кормим, прекрасно смотрит наверх, даем корм ему. Вот. Пауза, пауза, пауза. Нам нужно, чтобы он долго смотрел. Дайте ему корм. То есть сначала часто кормите, а потом реже, реже. Вот даем. То есть пусть он смотрит. Даем. И увеличиваем время, увеличиваем. Еще, еще, еще. Даем. Еще. Даем. Теперь смотрите, сейчас миска у вас высоко, чтобы он не прыгал. Ага. Вот сейчас опять начинаете его кормить, кормить, кормить. Постепенно миску опускаете пониже. Нам нужно, чтобы он продолжал сидеть и не прыгал, и не выбивал эту миску у вас из рук. Ага. Так, надо вот так тогда держать мне, потому что я же наклоняюсь вместе с ней. Ну, получается... вы руку разгибайте. Ну вот здесь нужна некоторая автономность одной руки от другой. А вы сначала его накормите, когда он сидит. Ага. Несколько кусков дайте на поднятой миске. Миску к себе прижмите. Вот сейчас что с ним делать, когда он прыгает? Ждать. Ждать, пока. Поправить поводок и ждать. Ага. Когда он сядет, дадите корм. Он должен понять, что корм ему дают, когда он сидит. А когда он прыгает, то корм можно пореже уже. И потихоньку опускаем миску, потихоньку. Опускаем руку, разгибаем. Вы не опускаете миску, вы не разгибаете руку. То есть она постоянно получается в движении. Вот сейчас что? Вот... Дать корм. Еще ниже миску. Еще. Вот это все, ниже не надо. Ждем, когда сядет. Если вдруг прыгнет, то миску надо будет вверх поднять. Попробуйте его кормом посадить. Да, дали корм. Вот, кормим. Хорошо. 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 Порежем. Теперь нормально. Теперь распрямитесь миску высоко. Задача сейчас взять собаку коротко, поставить миску на землю. Пробежаться, вернуться и опять делайте то же самое. Ага. Берите его короче, чтобы он миску не выбил и не сажал. Все, убегаем, убегаем. Просто бежим, тащим его. Все, обратно. Обратно. Сейчас поводок короче, чтобы он в миску не нырнул. Ага. Поднимаем миску. Высоко, высоко сначала. И опять стоп. Обе руки вверх поднимите с кормом. Дайте ему сейчас. Дайте. Так, начинаем кормить его опять. Поменяйте место. Здесь уже корм просыпался. Он будет сейчас здесь собирать. На пару шагов сместитесь. Все, стоп. Вот, кормим его. Кормим. 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 Эй! Еще ниже. Вот, кормим. Ниже не надо. Еще. Так, теперь задача опять поставить миску так, чтобы он ее не разбил. В смысле, не опрокинул. Короче, поводок, да, ставим миску и бежим. Побежали. Тащим, тащим, тащим его. Все, стоп, обратно. Короче, поводок. Опять начинаем с более простого. Стоп. Начинаем кормить его, чтобы он не начал с земли собирать ничего. Даем корм ему. Так, хорошо. Потихоньку опускаем миску. Старайтесь кормом его сажать немножко. О. Так, и последний раз, короче, поводок, ставим миску и бежим. Все, побежали. Все, обратно. Так.
Так, и последний раз его нужно немножко успокоить и покормить, когда он сидит. Поменяйте место, он здесь ищет корм. Вот, все, отлично, кормим. Потихоньку миска ниже. Кормим. Все. И все, гуляй. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, мне нравится.